Сегодня 16 августа 2017 года. Вот к 12 приближается время, коров гонят на обед. И до 4 часов они отдыхают. А вот дальше я покажу. Там далеко, видать, желтая полоса. Где-то там на горизонте почти. Вот желтая полоса. Это как раз глина, которую брал бульдозерист на второй мостик с той стороны от Корчина. Вот туда мы сегодня проехали. Ну там высоковольтная линия, ее даже видать отсюда. И там установили знак Потеряевку. Вон там, видать, мельтешат. У меня руки трясутся. Вот идет бычок, он несколько раз был на нашем огороде. А теперь тут загородили, и он еще понять не может. Подойдет и стоит, жерновами в мозгах ворочает. Вот видите, как красиво в деревне. Коровушка, бычки, овечки. Он пошел, бычок, дальше думает зайти. Вы не видите, здесь трава зеленая, он ел, и ему приятно было. Вот он сейчас опять подойдет. Никак. Там тоже проход был. И он все запомнил. Не видишь, что бык. А дальше ходит. Вот ход, все. Заградили в смешном порядке. Коровка тут была. И надо в свой денег. А она идет сюда. Потому что здесь все проломано было. Все. Вот он, бычок, идет. Так, подошел вплотную. Второй бычок. Коровка идет, видно. Тоже. Вот здесь проход был. Именно здесь. Вот он заходит, заходил здесь. А там второй пролом был. И как скажу, у них все отобразилось. Это, и как они хорошо помнят. Прекрасно. Тут овечушки, коровушек гонят. Я так и знал, что Грушкова еще. Думал сначала на Василиса. Ну, пастушка хорошая. Жалко, девчонки одни в поле. Ребят мало. Первый год было больше парней, а сейчас больше девчат. Даже статья была в газете, а с невестами Потеряевки туго. Ну, значит, туго. Много всего было. Вот подошла и рогами задевает. Видишь, подо мной трясется. А тот не отходит, продолжает идти туда, где пролом был. Вот так нету. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Давай, уходи. Ну, подошла вплотную коровушка хорошая. Да моя хорошая коровушка. Вот. Ну такое удовольствие разве может иметь городской житель? Ну, да вот она какая, да замечательная коровушка. Рога у нее какие. Вот она, я не приближаю. Ну, то-то-то-то-то. Ну-ка. Что такое, а? Иди гуляй, гуляй, иди. Опасная штука. Вот она и гонит теперь. Ой-ой-ой. Вот они как туда привыкли. Это такая ручная корова, рогата, как у туры. О! Вот оно как. Ой, глаз у нее, мошки едят. Ну, хорошая коровушка. Ну, давайте. Давай, иди, иди, ступай. Ступай, ступай. Иди. Какая ручная коровка-то? Вот они. Пошли. Слава Богу. Прекрасный день. Грязь, слякоть. Сейчас можно загородить уже на новое.
за загородку, но жердей нету, а так можно было бы. Поеду к батюшке и спрошу, как они посмотрят. Вот тут мы загородили, хорошо. Загоняет теперь здесь Тася. Девчонки растут. Ворота закрывает. Внизу я делал веревочки.